Это большой вопрос, конечно, тут столько. Я, конечно, как человек, который родом из Советского Союза, из советского детства, не называющий себя совком, помнящий многое хорошее, как, например, стремление к интернациональной дружбе, которого сейчас не очень наблюдается. Я за то, чтобы был некий уклад, как нечто, дарующее иллюзию стабильности. Вот. Я бы, например, сделал и о национальной идее два слова. 1 сентября. Вот если бы это было, вот моя такая идея, было бы не так плохо. А попытки сделать возрождение российского футбола национальной идеи, это все, так сказать, закончилось также комически, поэтому вечные мистические темы российский футбол, автопром, пусть такими и останутся для юмористов и для наших разговоров. А вот 1 сентября было бы неплохо.